Всем привет! Сегодня хочу показать ароматы, которые я выбрала и буду использовать в марте. И начать я хочу с недавней новинки, совсем-совсем нового аромата от компании Avon. Аромат из линейки Today, Tomorrow, Always, Everlasting. Аромат весенний, хочется весны, поэтому я решила, что сейчас он у меня будет в этом месяце одним из главных ароматов, потому что мне он очень понравился. И вот такой вот красивый флакончик у этого аромата, приятный такой флакончик. Аромат также волшебный такой, мне он напоминает реально весну. Цветы такие свежие, какие-то с небольшой сладкой ноты, знаете, как будто бы вот кушаешь сахарную вату и пахнет какими-то приятными нежными цветочками. Все это вместе, и аромат хочется использовать. Я не стала пока что его брать, только когда тестировала, и сейчас он у меня пойдет в использование в марте. Следующий аромат, который я хочу также взять в марте, это аромат, опять же, аромат от компании Avon, также недавняя новинка, и это аромат Emery Queen. И он тоже очень приятный, нежный, аромат такой свежесть вместе с ноткой какого-то очень-очень интересного мыльного, как будто бы какого-то там растворчика такого. Но мне вообще в ароматах не нравится мыльный раствор, но здесь он очень интересно, красиво звучит. И, как можно видеть по баночке, у меня этого аромата уже осталось где-то пол флакончика, поэтому видно, что мне он понравился, и у меня в запасе стоит еще один такой же аромат. Следующий аромат я хочу показать из компании Михи. Аромат называется Impression. Он уже по упаковке солнечный, яркий, красивый. И по аромату он также очень красивый. Вы знаете, что классно в компании Михи? Я вам сейчас покажу. Они дублируют все ноты на упаковке, да? То есть вот здесь можно прочитать, что же за ноты у нас. Лаванда, мандарин. А потом у нас есть в средние ноты также лаванда, цветки апельсина и жасмин. И базовые ноты это мадагаскарская ваниль и, по-моему, еще. Ну, в общем, аромат красивый, интересный такой, волшебно пахнет. И с таким ароматом я была не знакома до компании Михи. Очень красивый, и на первых нотах, и вообще просто он выдает вот именно цитрусовую такую интересную свежесть, такую приятную нотку. Сладости ванили здесь нету. Лаванда, ну знаете, давайте я еще раз. Распыление такое тоже хорошее. Сладости ванили я здесь не чувствую. Ну, отдаленно, может быть, лаванда есть, но в основном это именно апельсин, цитрусы какие-то. В общем, очень интересный аромат. Он сравнительно недавно появился у меня, я еще не очень успела им воспользоваться. Следующий аромат, это один из тех, что у меня еще остался, но, может быть, получится еще что-нибудь такого интересного прикупить. Следующий аромат от компании Faberlic. И вот как же красиво выглядит аромат зефир. Оказывается, он у меня, я разбирала свою парфюмерную, ну, так скажем, полочку и увидела, что он у меня был закрыт. Я все время, когда еще можно было купить Faberlic, я его приобрела и не открывала. Очень красивая такая зефирная упаковочка, баночка у него красивая такая. Что по аромату?
Очень интересный аромат. Не сладкий, нет, такой терпкий. Больше мне напоминает какую-то терпкость. Я не знаю, должен какой он быть. Я сейчас по нотам, извините, не скажу, потому что каталога у меня даже нет под рукой. Очень интересный аромат, и я хочу его потестировать, так чтобы больше знать и для следующего раза уже точно сказать, что нравится, что не нравится. Но аромат очень интересный. Также, что я хочу взять в свое использование еще, это вот такая вот миниатюрочка. Это аналог аромата Giorgio Armani Sea Red. И посмотрите, как красиво выглядит этот аромат. Он в такой коробочке. Здесь 33 миллилитра. Красноватая такая жидкость, даже розовая, розовая такая жидкость. Вот, тут уже не повторяется название, она повторяется на крышке. Этот аромат у меня недавно появился, я его на онлайн-распродаже приобрела, в общем. Аромат, я скажу, красивый. Этот аромат я не тестировала ни в колонне, ни в Дагласе, нигде, мне этот не получилось еще пока. Такой цветочный, приятный. Ну вот, в принципе, как раз-таки подтенок вот к этому, например, аромату. То есть это уже весна, это уже яркие краски, это уже что-то хочется такого интересного. И вдобавок к этому мы возьмем еще новые ароматы. Весенний аромат от компании Oriflame Miss Giordani Floral. Он также очень классный. Единственный минус, конечно, это цена, но ладно, уже у меня он уже есть, как бы второго я приобретать не планирую в ближайшее, да и вообще, потому что это как бы достаточно дорого, но он также очень красиво звучит. Шикарный, шикарный аромат. О, волшебный просто аромат, мне он очень нравится. Небольшая сладость есть, но я же повторюсь, я не любитель сладких ароматов, но вот эта сладость, которая здесь, она присутствует, она очень приятная. И мне очень нравится этот аромат. Буду с радостью его использовать. И хочу показать еще один аромат от компании Oriflame, на который мне вот этот аромат мне напоминает недавнюю новинку также от компании Oriflame. Это аромат Lucia Sparkling Fantasy. Так, что-то у нас фокус куда-то в другую сторону уходит. На другие ароматы. Вот. А Lucia Sparkling Fantasy. Почему? Я не могу понять. Вот я решила сейчас их вместе взять и попробовать посмотреть. Похоже или мне кажется? Нет, тут более есть такая немножко в Sparkling Fantasy. У Lucia есть такая немного кисловатая нотка. Но тоже аромат очень красивый. И вот сейчас я решила, что мне они как раз будут все на лето, на весну. Лето, на весну. Еще один аромат также от компании Михи хочу показать. Я его думала посмотреть по нотам, прочитала по нотам. И тут впрыснула и поняла, что это за аромат. Это, так, давайте сюда переставим. Это аналог аромата Lily Belief от Lancome. Очень-очень похож. Такие же яркие, сладковатые нотки. И, кстати, достаточно стойкий. Я его сейчас потестировала еще. И решила, что мне хочется что-то иногда не только цветочного такого, но и немножко более сладкого взять. И он... присутствует в нем такая небольшая сладость. Еще хочу показать то, что используется у меня в повседневном. Это дезодоранты Beauty Cafe от компании Faberlic и Poses от компании Oriflame. Оба дезодоранта шикарные, приятные, и мне очень нравятся. И напоследок, если получится попользоваться, просто мне его давно подарили. Это была акция в компании Avon. И я поучаствовала и получила в подарок вот эту вот эссенцию. Так, фокус не хочет нас ловить сегодня совсем почему-то здесь. Так, ладно, в общем, эссенция у нас вот этот вот у нас аромат.
Тернал. Так, на какой же он ставит все тут? Вот этот вот аромат Энтернал у нас будет. И тут самое интересное, это подача этого аромата в такой вот красивой баночке. Здесь 15 миллилитров всего лишь, да, то есть это достаточно мало, но он очень концентрированный. Сам аромат по себе мне как раз-таки тоже показался весенним, нежным. И, в принципе, поэтому я решила его взять. А вот такие у меня ароматы. Сейчас покажу поближе. А вот такие вот ароматы у меня на месяц март. Мне они все очень нравятся, буду пользоваться. У меня нету цели потратить и выкинуть. Нет, у меня цель пользоваться в удовольствии. Мне нравятся эти ароматы. Я их использую ровно столько, сколько использую. И не добиваю, не пшикаю по 100 раз. Нет. Некоторые ароматы, может быть, даже не дождутся своей очереди. Но ничего, впереди еще будут 2 месяца весны, и обязательно придет очередь и до этих ароматов тоже. Вот такие вот ароматы. И спасибо большое за внимание. До скорой встречи!